7 часов 35 минут гонки позади. И команда Фризанте, стартовый номер 7, Олег Федоров на 385-м круге дистанции впереди своих конкурентов. Вторая позиция у Ивана Лукашевича, команда Мособлбанк, стартовый номер 19. Но у обоих этих команд, как, впрочем, у ведущих на третьей позиции команды CFT Racing Team Антона Тамарова, стартовый номер 10, по 3 пит-стопа. А вот идущая на четвертой строчке пока команда Сквадра, стартовый номер 4, Сергей Рожков, 1:09.989 секунды, очередной 382-й круг. У них в активе 5 пит-стопов. Ровно столько же и у Genery Motorsport. Александр Зарубин, стартовый номер 14 у этой команды, и она же идет на второй позиции пока в зачете банков. Но Мособлбанк, который пока в зачете банков лидирует, я уже сказал, имеет на 2 пит-стопа меньше, а это почти гарантированно 3, а то или 4 круга придется потерять. И, соответственно, между ними-то всего 3 круга, так что, скорее всего, Genery Motorsport сейчас находится в лидирующей позиции. Шестая позиция. Джокер Кар, Санкт-Петербург, Петр Мордвинов, но только всего 3 пит-стопа. А вот Rage Racing, Михаил Розов, стартовый номер 8, у них уже 4 пит-стопа. Ровно столько же и мы машины.рф. Александр Будаков, девятая позиция. Гербокс, Моторспорт, Кирилл Пожидаев, 17-й. Стартовый номер 5 пит-стопов в активе. Столько же у Формулы Карт, Краснодар, Алексей Беланов, 10-я позиция. И неплохо, почти на секунду быстрее, чем Гербокс Моторспорт. 11-я позиция. Надежда Митрошкина вернулась на гоночную трассу. Выступает за команду АСМ. 15-й стартовый номер. И идет на 11-й позиции. 12-я позиция у команды. У команды АСМ 6 пит-стопов в активе.
останавливается команда Мособлбанк на свой очередной всего лишь четвертый пит-стоп, но при этом сразу пилот команды CFT Racing Team Антон Тамаров прорывается на вторую позицию. И сквадра просто проносится мимо, что называется, со свистом. При этом все равно у команды сквадра еще на один пит-стоп больше. И совершенно ясно, что команде Мособлбанк в абсолютном зачете опередить команду сквадра, если все будет развиваться в том же темпе, что и сейчас, будет нереально. Вот что значит определенное количество пит-стопов, как оно сказывается. И очередное рекордное выступление команды Nissan Russia. Уже 10 пит-стопов они провели. Из 12 обязательных всего 2 пит-стопа им осталось провести, а времени у нас с вами еще не завершился 8-й час гонки, то есть 3 часа. Совершенно спокойно они потом успеют, но и, может быть, пока кто-то будет заезжать и уезжать на пит-стопе, они совершенно спокойно будут печатать свои круги. Сергей Рожков сейчас будет завершать свой очередной круг. Это 388-й круг, и посмотрим его отставание от Олега. Далее 1.09.897, блестящий результат. И впереди две команды на два круга опережают, но на два пит-стопа отстают. Так что, в принципе, абсолютно зачете ни фризанты пока, во всяком случае, ни CFT Racing Team для сквадры не конкурент. А мы ждем Олега Фридемана, который сейчас вернется в свой 389-й круг, займет четвертую позицию, опередив Сергея Рожкова, во всяком случае, пока. Такое впечатление, что устал Петр Мордвинов. Так, немножко не очень аккуратно выходит он из этого круга. Да, есть 389 кругов. И у Олега Фридемана теперь свой 389 круг завершает Сергей Рожков. И теперь вот впереди 1 минуту и 7 секунд, проигрывая Антону Тамарову. На четвертой позиции Мособлбанк Олег Фридеман. Пятая позиция в Дженери Моторспорт Александр Зарубин. Стартовый номер 14. 1.09.945. Вот они, быстрые секундочки, где пошли. На заключительную часть гонки берегли вот этих быстрых пилотов менеджеры команд. Шестое место сейчас у Джокер Карл Санкт-Петербург Петр Мордвинов. Но всего три пит-стопа, и заметно опустится эта команда по турнирной таблице, когда начнет совершать свои обязательные пит-стопы. А вот Nissan Russia, который пока на 15-й позиции, совершенно точно начнет стремительно подниматься. В тот момент времени особых усилий к этому уже не прикладывая. Седьмая позиция Rage Racing, Михаил Розов, стартовый номер 8. Восьмая позиция Мульмашины.рф, Александр Будаков. Девятая позиция Gearbox Motorsport, Кирилл Пожидает, стартовый номер 17. 5 пит-стопов в активе этой команды и 385-й круг. Минимум на 3 позиции вверх она поднимется, потому что впереди две команды, у которых только 4 пит-стопа. И еще одна команда 3 пит-стопа.
Последняя четверть восьмого часа пошла у нас с вами. И по-прежнему фризанты Олег Федоров. Но всего лишь три пит-стопа в активе. 394-й круг. На второй позиции Антон Тамара, CFT Racing Team. 392 круга в активе. Столько же пока у Олега Фридемана только. Но сейчас их догнал тут же Сергей Рожков из сквадры. И у Сергея Рожкова опять 1.09.947. Чуть быстрее идет на трассе сейчас Александр Зарубин, Дженнери Моторспорт, 1.09.933 тысячных секунды. Вот такая напряженнейшая борьба. Михаил Розов, Rage Racing, стартовый номер 8, заезжает на свой очередной пятый пит-стоп. И, надо сказать, тоже очень неплохо выглядит команда, если учесть по количеству пит-стопов. Они, в общем, в довольно такой продвинутой группе. Михаил Розов меняет сам на себя. Это пятый пит-стоп в команде Rage Racing. Максимальное количество кругов удалось пройти команде Фризанте, стартовый номер 7. Сейчас за рулем Олег Федоров. 395 кругов уже позади. А минимальное количество кругов у идущей на 18-й позиции команды ВТБ-24 Карт Ралли. 372 круга. Но у команды ВТБ-24 Карт Ралли 7 пит-стопов в активе, на 4 пит-стопа больше. А это значит, что разница между самыми быстрыми командами сегодня на первом этапе супермарафонов гоночного сезона 2014 года будет минимальная. Подтянутся пилоты команды ВТБ-24 Ралли к лидерам нашего сегодняшнего гоночного уикенда. Ну и идущие пока на 16-й позиции пилоты команды Nissan Russia, в активе которых и вовсе 10 пит-стопов. Не знаю, тут они немножко, по-моему, поторопились, переборщили. У нас остается еще 10 минут до окончания 8 часа. А это значит, что еще 4 часа 10 минут необходимо бороться пилотам на гоночной трассе. И вот так ласковое весеннее солнышко под конец нашего субботнего дня решила отогреть пилотов, хотя, я думаю, и так достаточно жарко. Очень активно работают пилоты на трассе. И сейчас это Олег Федоров, команда Фризанте, стартовый номер 7, первая позиция. Антон Тамара, CFT Racing, стартовый номер 10, вторая позиция. Олег Фридеман пока на третьем месте, пилот команды Мособлбан. Но вот Рожков Сергей завершил свой 395-й круг, восстановил статус-кво и отобрал эту третью позицию у Фридемана. Пятая позиция. Дженнери Моторспорт, Александр Зарубин. Очень быстрый пилот. И сейчас у него пока пятая позиция. При этом 5 пит-стопов, так же, как и у Сергея Рожкова из команды «Сквадра». Шестая позиция. Джокер Кар Санкт-Петербург, Петр Мартвинов. Но тоже только 3 пит-стопа. Седьмая позиция. Мы машины.рф. Александр Бодаков. 4 пит-стопа и 390 кругов в активе. На круг меньше у Кирилла Пожидаева из Gearbox Motorsport, стартовый номер 17, но на один пит-стоп больше. Девятая позиция. Rage Racing, Михаил Розов, который только что отстоял очередной пятый пит-стоп и восьмой стартовый номер у этой команды. Десятая позиция у команды Формула Карт Краснодар. 6 пит-стопов у них должно быть. И сейчас Алексей Беланок
за рулем гоночного автомобиля со стартовым номером 1. 11-я позиция FF Racing Team. Александр Белюгаев, 386 кругов в Акии, 6 пит-стопов. На один пит-стоп больше у команды АСМ. Игорь Тарасов сменил Надежду Митрошкину в команде АСМ. И на 12-й позиции они находятся. Команда Газпромбанка, Андрей Смирнов, 9-й стартовый номер. 13-й позиции, 7 пит-стопов в активе. Столько же у команды Флот РТ, Петр Сидельников за рулем автомобиля со стартовым номером 5, 15-я позиция. И 13-й стартовый номер Богатыри, Павел Палкин. 381-й круг. Столько же у Александра Лапина, команда Nissan Russia. Но у Nissan Russia 10 пит-стопов, в отличие от 6 команды Богатырей. BZ Karting Team Константин Константинов, 7 пит-стопов. И 18-я позиция, ВТБ 24, Карт Ралли, Антон Земцов, 7 пит-стопов, 376-й круг дистанции.
И второй зачет, обязательный для Sody World Series гоночного сезона этого года, 8-часовой, готов. Немножко была занята система хронометража, и те, кто хочет, могут подробно ознакомиться с этой табличкой. Она уже есть и в ВКонтакте, есть на официальном сайте. А в результате на первой позиции 406 кругов тогда было у Олега Федорова, команда Фризанте, но всего лишь 3 пит-стопа, точно так же, как и у CFT Racing King Антон Тамаров, который пока на второй позиции, сейчас у него тоже 406 кругов. И сейчас свой 406 круг проехал Сергей Рожков с блестящим временем, 1:09.987 тысячных секунды. Проигрывает он уже меньше минуты Антону Тамарову, но при этом у него 5 пит-стопов в активе, то есть он на 2 пит-стопа имеет больше. Соответственно, наверняка опередит идущих впереди товарищей, включая, в общем, и Олега Федорова из команды Фризанте. Четвертая позиция у Олега Фридемана, команда Мособлбанк, 406 кругов, но тоже только 4 пит-стопа. А вот Дженери Моторспорт, Александр Зарубин, 5-я позиция, 14-й стартовый номер. У них 5 пит-стопов и 405 кругов в активе. При этом Александр Зарубин также очень быстро на трассе, практически все время выезжает из 1:10.09.959. Ну, 41 тысячная секунда, в общем, не очень много опережения, но психологически смотрится очень и очень неплохо. Так они рядышком, два быстрых пилота. Зачастил народ на питлейн для питстопов, соответственно, те, у кого их не хватает. Правда, пока к двум командам, у которых всего по 3 питстопа, это CFT Racing Team, который сейчас выходит в лидеры, Антон Тамаров, как раз потому что Максим останавливается. И 17-я команда Gearbox Motorsport, один из наших сегодняшних лидеров, победитель квалификации, также заезжает на питлейн. У них уже 7-й пит-стоп. Соответственно, они тоже очень и очень неплохо смотрятся. Делают они это на 401-м круге. Соответственно, главная борьба у нас с вами впереди. Ну и лидером по числу пит-стопов остается команда Nissan Russia. Пока она на 15-й позиции. 10 пит-стопов у них в активе. И Александр Лапин педалирует машину под стартовым номером 2.
заканчивается первая четверть 9-го часа супермарафона, и все чаще команды заезжают на питлейн для того, чтобы довести число необходимых пит-стопов до требуемого 12 пит-стопов. Необходимо выполнить каждой команде минимально. И, соответственно, да, до половины, за 30 минут до финиша гонки пит-стопы должны быть завершены, питлейн закроется. И, соответственно, ближе всех к этому сейчас команда Nissan Russia, у которой уже 10 пит-стопов в активе. И Александр Лапин находится пока на 15-й позиции, но вот с этим, со своим запасом в 10 пит-стопов. Сейчас на питлейне находится команда Фризанта, которая долгое время шла на первой позиции, но вот сейчас у них только 5-й пит-стоп. Соответственно, они по числу пит-стопов сравнялись сейчас со сквадрой, а Сергей Рожков и стартовый номер 4 его команды, они как раз и вышли в лидеры, пользуясь тем, что у них количество пит-стопов 5 было уже гораздо раньше. Но при этом достаточно близко сзади Мособлбанк Олег Фридеман в одном круге. И сквадра тоже заезжает на питлейн. Мособлбанк на питлейне. А Максим Шахов, заменивший сам на себя, выезжает с питлейна, но проигрывает уже два круга лидеру Сергею Рожкову и Олегу Фридеману. Зато теперь у них и у Фризанта, и у Сергея Рожкова, а нет, на один пит-стоп теперь у сквадры будет больше. Шесть пит-стопов провела, шестой пит-стоп проводит команда сквадры, стартовый номер 4. Сейчас узнаем, меняется ли на кого-нибудь очень быстрый Сергей Рожков. Все равно остается впереди сквадра, а Фризанта проигрывает один пит-стоп, потому что у нее пит-стоп был только пятый. Пятая позиция у Genio Motorsport Андрей Михальчук, но у них уже есть 6 пит-стопов. И, соответственно, они в одном круге с Фризанта. В одном круге с командой Фризанта, и буквально круг два надо. Сейчас Максим Шахов остался за рулем, но машина немножко другая, и наверняка будет не самая быстрая секунда. У него 3.14.870. Вот этот круг, в который вошел еще и пит-стоп. Шестая позиция. Мы, машины .рф, Александр Бодаков на 414 круге с четырьмя пит-стопами. Вот они-то точно откатятся вниз. Седьмая позиция пока у питерских пилотов команды Джокер Карсан Питербург Павел Федоров. У них 5 пит-стопов осуществлено. 6 пит-стопов у Rage Racing, и восьмая позиция восьмого стартового номера. А на девятой позиции 17-й стартовый номер Кирилл Пожидаев, команда Gearbox Motorsport. И 7 пит-стопов у них уже в активе. Десятая позиция Игорь Тарасов, команда ASM, тоже 7 пит-стопов есть. FF Racing Team Александр Пелюгаев, 7 пит-стопов. И команда сейчас на питлейне. Газпромбанк Андрей Смирнов, 13-я позиция, стартовый номер 9, и у них тоже 7 пит-стопов. Плюс, по-моему, у них еще один пит-стоп, который был в первом часе, тогда он не вошел в эту электронную информацию. 14-я позиция, Слов РТ, 7 пит-стопов, и 15-я, Nissan Russia, Александр Лапин, 10 пит-стопов. Всего 2 пит-стопа осталось осуществить вот этим пилотам. Напомню, пит-стопы должны быть завершены за 30 минут до финиша гонки. 16-я позиция команды «Богатыри» Антон Зотов, 7 пит-стопов. 17-я позиция ВТБ-24 «Карт-ралли» Антон Зинцов, 7 пит-стопов. И ВЗ-картинг-тип Илья Щербаков, 8 пит-стопов, 18-я позиция.
заканчивается первые полчаса 9-го часа супермарафона. И ровно 3 часа у нас с вами остается на то, чтобы все команды выполнили запланированные пит-стопы. Напоминаю и болельщикам, и тем, кто смотрит нас в интернете, и зрителям, и менеджерам команд о том, что за полчаса до финиша гонки пит-стоп будет закрыт, и пит-стопы выполнять будет. Пит-лейн будет закрыт, и пит-стоп будет выполнять невозможно. Поэтому оставшиеся пит-стопы надо суметь, успеть выполнить за эти оставшиеся 3 часа. Самое вольготное положение у команды Nissan Russia. 10 пит-стопов у них в активе, но в связи с этим значительным образом пока только 15-я позиция у гоночного автомобиля со стартовым номером 2 на борту, за рулем которого находится Александр Лапин. А лидирует пока Юрий Григоренко. Команда CFT Racing Team, но у нее в активе всего 4 пит-стопа. При этом чуть больше, чем на круг, опережают они Ивана Лукашевича из Мособлбанк, в активе которого 5 пит-стопов, столько же 5 пит-стопов в активе команды Фризанта, Максим Шахов, стартовый номер 7, и 6 пит-стопов в активе команды Дженери Моторспорт, Андрей Михальчук, стартовый номер 14, еще больше 7 пит-стопов в активе команды Сквадра, Кирилл Варюхер сейчас за рулем этого гоночного автомобиля. Не самые быстрые его секунды, он сегодня ездил и быстрее, но стабильность – признак мастерства, как говорят, и то, что у них 7 пит-стопов, это на 3 больше, чем у CFT Racing Team, говорит о том, что на сейчас Сквадра одна из самых быстрых и лидирующих сегодня команд. 6-я позиция у 11-го стартового номера команды «Мы машины .рф», у них в активе всего 5 пит-стопов. А вот у «Джокер Карт Санкт-Петербург» Павел Федоров за рулем гоночного автомобиля со стартовым номером 3 6 пит-стопов. Столько же у «Рейдж Рейсинг» Михаил Розов за рулем гоночного автомобиля со стартовым номером 8 на 8-й позиции 7 пит-стопов. И у команды «АСМ» стартовый номер 15 Игорь Тарасов, FF Racing Team Александр Иванов, 7 пит-стопов, 10-я позиция.
заключительная 20-минутка 9 часа. И у нас с вами лидирует команда CFT Racing Team Юрий Григоренко. Но всего 4 пит-стопа из необходимых 12 в активе этой команды. 437-й круг, и Юрий Итак, возвращаемся в нашу турнирную таблицу. Уже меньше 15-й сейчас подходит. Остается последняя пятиминутка 9 часа. 9 часов заканчивается с момента старта этой гонки. Только вроде бы стояли машины на стартовой прямой после квалификации. И вот уже у нас с вами заканчивается 9 час. 9 час супермарафона. По-прежнему на верхней строчке протокола соревнований команда CFT Racing Team Юрий Григоренко. Да, быстро, но при этом Одна из причин того, что Юрий Григоренко находится на верхней строчке, это всего 4 пит-стопа, которые провела команда меньше всех. Столько нет больше ни у одной команды. Ну что ж, может быть, для спонсора надо побыть вверху на первой строчке, и эта цель достигнута.
Но в затылок дышит команда Мособлбанка Иван Лукашевич. 439 кругов, ровно столько же у Максима Шахова команда Фризанте. И у них у обоих уже по 5 пит-стопов. Но столько же, 439 кругов и у Дженери Моторспорт Андрей Михальчук, стартовый номер 14. А вот у него в активе уже 6 кругов. Пятая позиция, Кирилл Варюхин. Закончил сейчас 438 круг. Два круга уступает он двум лидерам этого заезда, но у них в активе, а это команда Сквадра. Стартовый номер 4. 7 пит-стопов. И очень быстрый пилот за рулем Кирилл Варюхин. 1:10.145. Время его 438 круга. Шестая позиция. Команда «Мы машины.рф». Влад Оспенников. 436 круг, 5 пит-стопов в активе. На пит-стоп больше у Joker Card Санкт-Петербург. Павел Федоров, стартовый номер 3. И столько же 6 пит-стопов и у Rage Racing. Восьмая позиция. Михаил Розов. 1:50 провел он уже за рулем и продолжает сражаться со своими конкурентами. Девятая позиция. Команда FF Racing Team. Александр Иванов. 7 пит-стопов. 8 пит-стопов у Gearbox Motorsport. Победители квалификации сегодняшней гонки. Илья Гончаров. 430 кругов. И 8 пит-стопов. Столько же 8 пит-стопов у команды АСМ. Надежда Митрошкина сейчас второй раз села за руль и пилотирует. 1:11 Надежда уже провела за рулем и на равных сражается с своими неджентльменскими конкурентами из других команд. 1:10.4 Блестящее время показала на своем 430-м круге. 12-я позиция. Газпромбанк. Стартовый номер 9. Дмитрий Василенко. И 8 пит-стопов в активе этой команды. Формула карт Краснодар. Стартовый номер 1. У них, по-моему, еще и один неучтенный. Пит-стоп. Соответственно, у Формулы Кар Краснодар должно быть 9 пит-стопов сейчас больше, а это теперь уже 11 пит-стопов только у Nissan Russia. Александр Лапин сейчас на питлейне на 11-м своем пит-стопе. И придется еще раз останавливаться пилотом, потому что заканчивается только 9-й час. А топлива хватает всего на 2 часа. Но, видимо, самого быстрого пилота посадят на самую последнюю смену. Что ж, вполне разумное решение. И по 8 пит-стопов у команд «Богатыри», «ПЗ Картинг Тим» и «ВТБ-24 Карт Ралли», которые идут на 16, 17 и 18 позиции. Причем меньше всего кругов пока в активе команды ВТБ-24 Карт Ралли. Андрей Кашин сейчас за рулем. И только что завершил свой 420-й круг. Кстати, он в круге едет с ПЗ Картинг Тим Ильей Щербаковым. И всего 4 круга уступает команде «Богатырей» Антон Зотов. Стартовый номер 13 у «Богатырей» и 16-я позиция.
заключительная пятиминутка 9-го часа начнется через 10 секунд. И у нас с вами останется ровно 2.5 часа для того, чтобы все команды успели выполнить свои пит-стопы. Напоминаю, за полчаса до финиша гонки у нас с вами питлейн закроется. Закроется, естественно, для обязательных пит-стопов. Если случатся какие-то проблемы, то в этом случае питлейн продолжит работать. Но вот для обязательных пит-стопов питлейн будет закрыт. Пока. Ну что ж, на исходе последняя минута 9-го часа первого этапа супермарафона гоночного сезона 2014 года. Пока CFT Racing Team Юрий Григоренко лидирует, но всего 4 пит-стопа у них в активе и остается 2,5 часа для того, чтобы выполнить все остальные. А остальных 8 пит-стопов необходимо будет сделать команде. Если учесть, что таких дерзких ребят у нас есть некоторое количество еще в пилотоне, среди них команды.
команда Мособлбанка, Иван Лукашевич, 5 пидстопов. Команда Фризанты, Максим Шахов, 5 пидстопов, 6 пидстопов. У команды Дженери Моторспорт, Андрей Михальчук сейчас за рулем, и 5 пидстопов у мы машины .рф. Можно предположить некоторую суету на питлейнах. И вот как будто меня услышали. Кто-то у нас сейчас заедет на пидстоп. И есть подозрение, что сейчас начался у нас с вами 10-й час гонки. Полтора часа остается работы питлейна. И потом... А ты на этой квартире? Фризанта. Максим Шахов заезжает на свой очередной пит-стоп. Команда долгое время держалась и на первом месте. Сейчас она была на четвертом. Иван Козлочков сейчас садится за руль. Козлочков. Иван Козлочков очень быстрый пилот. Садится сейчас за руль автомобиля со стартовым номером 7. И будет пытаться держаться в темпе лидеров. Не думаю, что очень серьезная для него задача, думаю, он с ней справится. А быстрые секунды опять начинает показывать команда «Сквадра». Стартовый номер 4. Кирилл Варюхин сейчас за рулем этого гоночного автомобиля. И вот пока Фризанте стоит на питлейне, Кирилл Варюхин уже поднимается на одну ступеньку выше, потому что остается в гонке 453 круга. Проделала эта команда, а лидеры CFT Racing Team и Мособлбанк уже 455 кругов у них в активе. Дженери Моторспорт, Михальчук Андрей. Стартовый номер 14. И 6 пидстопов в активе. В отличие от того же Мособлбанка и в отличие от команды CFT Racing Team. По количеству кругов, если бы как в американских гоночных сериях за лидирование в гонке давали очки или более того звонкую монету, то тогда бы это имело очень серьезный смысл. Лидировать в гонке, заранее зная, что ты там не останешься. В одном круге с CFT Racing Team идет и команда Мособлбанка. Иван Лукашевич сейчас управляет автомобилем со стартом номер 19. Но на один пит-стоп больше у Мособлбанка, соответственно, это место уже потеряно. Потеряно в самом ближайшем будущем. Меньше полутора часов остается до закрытия питлейна. И сейчас, по идее, должна начаться эта волна. 10-й пит-стоп свой осуществила команда Joker Cup Санкт-Петербург.
Десятый час гонки развивается пока без резких событий, и та волна пит-стопов, которую мы с вами предполагали, все-таки так и не началась. Оставшиеся 2.5 часа, теперь уже чуть меньше 2.5 часов.
нас с вами еще почти 3 часа, но вот первая 10-минутка 10 часа не принесла серьезных изменений. Правда, команда, которая идет пока на 18-й позиции, PZ Karting Team, Александр Щербаков сейчас на трассе, провела свой 10-й пидстоп, первый пидстоп. Вот и команда была на первом часе, и тогда у нас не было еще возможности электронного подсчета пидстопов, соответственно, вручную судьи добавляют вот этот сделанный ими пидстоп, и еще 4 команды сделали то же самое, но они приближаются к лидерам, хотя безусловным лидером пока остается по числу пидстопов. Еще один пит-стоп в команде Genery Motorsport. Они идут сейчас на третьей позиции, но у них это уже 7-й пит-стоп. И если учесть, что они проигрывают всего 3 круга команде CFT Racing Team, выигрывая у них 3 пит-стопа, то команду CFT они точно опережают. Ну и Mosoval Bank, стартовый номер 19, у них на 2 пит-стопа меньше и на 2 круга всего больше. Соответственно, тоже и здесь весы склонятся в пользу Genery Motorsport, который пока идет на третьей позиции. На четвертой позиции сейчас находится еще одна быстрая команда. Сквадра стартовый номер 4, Кирилл Варюхин. У них уже есть 7 пит-стопов. И, скорее всего, Кириллу Варюхину сейчас удастся опередить Genery Motorsport. Соответственно, здесь опять судьба может склониться как в одну, так и в другую сторону. Да, вот оно и происходит. Кирилл Варюхин завершает свой 461 круг и выводит свою команду Сквадра вперед. А Андрей Михальчук, пилот команды Genery Motorsport, пока остается на питлейне. Четвертое место пока у команды Фризанта. Стартовый номер 7 Иван Козлачков сейчас на трассе, но всего 6 пит-стопов у этой команды, а количество кругов такое же, как у Сквадры, и такое же, как у Genery Motorsport. Но у Genery Motorsport сейчас уже на 1 пит-стоп больше, и Андрей Михальчук уже на гоночной трассе, правда, пока на 5-м месте. Шестое место у команды Мы Машины .рф. Стартовый номер 11, у них 6 пит-стопов. Седьмая позиция у Rage Racing, Иван Гусев. Команда ASM. Стартовый номер 15 тоже на питлейне. У них 9-й пит-стоп. 9-й пит-стоп. И Надежда Митрошкина у меня на техническом мониторе в качестве пилотессы этой команды. 9-я позиция. И если учесть, что у нее, у этой команды 9 пит-стопов, то они еще и поднимутся вверх по турнирной таблице, потому что впереди всего 2, здесь 4 круга, но на 2 пит-стопа меньше и, скорее всего, еще 3 позиции команде АСМ отыграть удастся. Genery Motorsport проводит свой 8-й пит-стоп на 461 круге.
Уже на 2 пидстопа у них будет больше, чем у Призанта. Иван Козлочков пока ведет свою команду на 4-м месте, но они уже явно позади будут своих конкурентов из Дженери Моторспорт. Андрей Михальчук пока остается за рулем.
Заканчивается первая 20-минутка 10-го часа. По-прежнему CFT Racing Team неумолимо остается с четырьмя пистопами на трассе. 2 часа 7 минут провел Юрий Григоренко. Очень хорошее время его 470-го круга. Больше всех прошла эта команда, но и меньше всех пит-стопов у нее в активе. Минута 10, 324 тысячных секунды. Второе количество пройденных кругов сейчас пока у команды Мособлбанка. Иван Лукашевич тоже провел 2 часа 4 минуты на трассе, 470 кругов. Но у них в активе на один пит-стоп больше. Так что CFT Racing Team они с гарантией опередят. На третью позицию выходит Кирилл Варюхин, команда «Сквадра». И здесь 7 пит-стопов. Очень быстрый Кирилл Варюхин. 1:10.050 тысячных секунды на 469-м круге. А вот команда «Дженери Моторспорт» круг за кругом печатает пит-стопы. И сейчас 10 пит-стопов у них уже в активе. Пятая позиция — 463 круга у этой команды. Посмотрим на наш десятый пит-стоп совершила сейчас команда Дженери Моторспорт и по-прежнему сохраняет пятую позицию. 464-й круг у этой команды и очень серьезная заявка на победу, хочу вам сказать. 10 пит-стопов еще у Joker Cars Санкт-Петербурга, но у них только 13-я позиция. И вот сейчас Nissan Россия с 11 пит-стопами поднимается на 14-ю позицию. CFT Racing Team сейчас на питлейне, пятый пит-стоп, и теперь в одном круге они с командой Мособлбанк, у которой тоже в активе 5 пит-стопов. Ну и посмотрим, тактику поздних пит-стопов позволит команде CFT Racing опередить хотя бы команду Мособлбанка. Иван Лукашевич там за рулем. Карин меняет Юрия Григоренко в CFT Racing Team. И это всего лишь пятый пит-стоп у CFT и у Мособлбанка. Ну, единственное, у этих двух команд у нас всего по 5 пит-стопов. Меньше, чем у всех остальных в гоночном пилотоне. Да, Мособлбанк выходит сейчас вперед. 473 круга уже у Мособлбанка. При этом одинаковое количество пит-стопов. Финализацию получает команда со стартовым номером 1.
формула карт Краснодар. Минус один круг. Нарушение смены правил смены пилотов. Не отстояла положенные 2 минуты команда. И, соответственно, очень суровое наказание именно за нарушение требований смены пилотов. После 9,5 часов разрыв между первой и восемнадцатой команды составляет всего 25 кругов, при том, что лидер прошел 475. Лидером сейчас является команда Мособлбанка. Иван Лукашевич за рулем. Очень хорошее время. 1:10.346. Но первые круги после смены у Даниила Кукарина получаются не такие быстрые. И Даниил Кукарин заезжает на свой следующий очередной пит-стоп сейчас в попытке догнать остальных своих конкурентов. Интересно, успеет Иван Козлочков проскочить до того момента? Прошу прощения, Иван Козлочков. И сзади Роман Василенький, пилот команды «Сквадра», 1:09.838. Пока четвертая позиция, но 8 пит-стопов в активе, в отличие от 6 пит-стопов, идущих впереди на втором и третьем местам, и 5 пит-стопов команды Мособлбанка, которая пока возглавила турнирную таблицу на финише первого получаса. Часа гонки супермарафона первого этапа гоночного сезона 2014 года. На питлейне находится команда CFT Racing Team, а Иван Козлочков проносится, перемещая свою команду Фризанта на вторую позицию. Стартовый номер 7 у этой команды, 475 кругов в активе, ну и одинаковое количество пит-стопов теперь у Фризанта и CFT Racing Team. А вот у лидеров Мособлбанка пока на один пит-стоп меньше, но и на 2 круга больше. Удастся ли проскочить или нет, пока непонятно.
CFT Racing Team сейчас находится на питлейне, причем одинаковое количество кругов у них и со сквадрой. Роман Василенький мчится. 1:09.691 время у 475-го круга. При этом на один пит-стоп у сквадры больше. И вот сквадра выходит на третью позицию. CFT Racing Team, которая долго красовалась на верхней строчке, точно так же, как это сейчас делает Мособлбанк, скатывается уже на четвертую позицию. А там Дженнери Мотоспорт в активе, у которой 8-10 пит-стопов, в отличие от 7, которые есть у CFT Racing Team. И понятно, что мимо нее проедут очень стремительно. Мы машины .rf, 6 пит-стопов в активе, а вот позади Rage Racing 7 пит-стопов. Далее Gearbox Motorsport 8 пит-стопов. Соответственно, пока только 8-я позиция у Ильи Гончарова, но буквально вот в самое ближайшее время, а у нас вторая половина 10-го часа уже идет, и, соответственно, уже меньше двух часов остается до закрытия питлейна окончательно. А далеко не все команды набрали. Ну, в общем, необходимого количества питстопов нет ни у кого. По 11 питстопов у Nissan Russia и Joker Car Санкт-Петербург. Одинаковое количество у них очков. Сейчас Nissan Russia Дмитрий Иванов на полсекунды быстрее на круге. И Joker Car Санкт-Петербург заезжает на питлейн. Удастся ли Ниссану сейчас выйти вперед? Хватит ли времени? 1:14. Нет, похоже, не должно хватить. Посмотрим. Уже через пару минут мы будем знать и эту информацию. А пока Мособлбанк, стартовый номер 19, продолжает лидировать на 482-м круге, но всего лишь с 5 пит-стопами в активе. Минимальное количество из всех команд, которые у нас с вами на трассе.